Чтобы научить ребенка делать поделки из бумаги, надо сначала научить его резать ножницами. Распечатайте простые шаблоны из бумаги и пусть ребенок тренируется, раз за разом набивая ручку. Сложнее будут немножко зигзаги. Их используем после прямых линий. Ее пособие можно поставить в детской комнате ребенка и периодически распечатывать разные шаблоны. Когда ему захочется, он приступит к этому материал. Сложнее уже будут это работы с полукругами. Контейнера ребенок стремится все отрезанные детальки складывать туда, и ничего не рассыпется вокруг.